Сейчас обитатели мини-террариума отдыхают, посетителей здесь пока немного. В основном дети, которые приходят в эколого-биологический центр. Первым здесь поселился тигровый питон-альбинос Чаки. Виталию его привез друг из командировки. Питон любит обниматься, когда его берут на руки. Еще один обитатель – императорский удав по имени Фиалка. Самая, наверное, такая спокойная. На руках спокойно, в принципе, можно и гладить. Ну, детям, конечно, хвостик даем гладить. Самое главное, чтобы не пахло от рук животными и, ну, перед лицом мордочкой не водить. В мини-террариуме есть мадагаскарские тараканы, пауки, птицееды, ящерицы. Все рептилии не ядовитые. Пока в помещении больше свободных террариумов, чем занятых. Но Виталий надеется, что найдутся неравнодушные люди и общими силами получится создать в Рязани первый небольшой зоопарк. Привить любовь к животным, к таким экзотическим детям. Ну, во-вторых, очень хотелось бы, чтобы в Рязани был такой, пускай мини, но зоопарк. Может, даже в дальнейшем не мини, может, какие-то, даже если на улице и птицы. И, то есть, как вот тульский экзотариум очень интересный. Ну, ряжский зоопарк. Пока все животные молодые и небольшие, но питоны могут достигать гигантских размеров. Ящерицы до полуметра длиной. Растут рептилии, увеличивается и количество жителей мини-террариума. Мечта Виталия на ближайшее время приобрести варана. Дина Ислиева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».